Получи целых 35% к пополнению по промокоду FIRE11. Всем привет, дорогие друзья, сегодня мы на сайте MyCSGO и появились зимние кейсы новогодние. Давайте мы их первыми опробуем, так сказать. Так, хорошо. 10 штучек открываем и смотрим на результат. То есть баланс у нас был 7500 и хотя бы поднять 10 тысяч было бы неплохо, знаете ли. Но с учетом последних моих невезучих, так сказать, моментов, это, возможно, станет невозможным. Но давайте смотреть. Все-таки это риск большой, конечно, но зимний кейс я давно не открывал. Целых один год. И наконец-то вот они появились. Всегда греет душу, когда наконец-то зима наступает. И MyCSGO выкатывает обновление. Очень хорошее. Причем... Так, пока что мы видим, что мы слили косарь. Пока никаких результатов нет. Но я надеюсь, что хоть один раз повезет, и какой-то ножик на ваху я бы забрал себе. Кстати, елка у меня уже настроена, готова. Я ее в скором времени поставлю. И с елкой будет намного атмосфернее видос, мне кажется. Лично Новый год, как я буду праздновать, это просто с семьей. Сестра, племянница. И все просто отметим, посмотрим какой-нибудь вайбовый фильмец. Ну, я к алкоголю очень плохо отношусь, если честно. Вот поток информации. Я уже думал, что он выпал, обрадовался. Да, хотелось бы сказать, что к алкоголю я резко негативно отношусь в последнее время. И не осуждаю тех, кто употребляет. Просто для меня я понял, что это не стоящая вещь. Когда смотрю, что от нее только вред. Там в старости я видел, люди погибают от очень страшных болезней, допустим, цирроз печени, все такое. Лучше всего не употреблять алкоголь, это бред. На Новый год шампанское максимум, знаете ли. И то так, разок. Ну и иногда можно там по праздникам, знаете, когда вместе собираешься с кем-то. Но так, алкоголь на постоянной основе — это ужас, это зависимость. Ну, пока мы видим, что зимний кейс держит нас в нуле. Может, перейти к другим кейсам, раз уж он не выдает. Ну, хорошо, давайте один спин фастовый просто сделаем. Бэм. Ну и тут перчатки, кстати. Это сколько? 7900. Ладно, это хорошо. Это неплохо, но мало, мало. Надо больше, надо больше. Хотелось бы, конечно, выбить... вот эти перчи, которые 52 тысячи, но я сразу понимал, что эти перчатки не могут стоить больше, там, 9 тысяч, точно. Так, у нас какой-то человый выпуск сегодня. О, Snowballs, вот смотрите. Вулкан, нож, чистая вода, мотоциклеточные перчатки. Но они стоят 100... А, 18... 11800. Ну, я бы их поносил, смотрите, сет неплохой, да? То есть сайт намекает, что вы можете сет подобрать зимний. Ну и в целом он будет неплохо смотреться в CS2. Там цветовая коррекция намного улучшила, мне кажется, некоторые скины, которые в CS GO были намного хуже. Рентген, кстати, неплохой скин, очень дешевый. Но прямо с завода, если носить, то идеально. Но пока мы видим, что только минусуют, только минусуют. Плохо, что могу сказать. Ладно, последний спин фастовый. Ну, кстати, хорошо. Чуть-чуть возвращаемся. Напоминаю, что изначально у нас баланс был, конечно, 7600. И сейчас уже 15 тысяч. И мне в голову идейка пришла. Можно попробовать прям вниз спуститься. Где у нас тут кейсы? Вот, пришла идейка за 13500. На чуечке открываем. И я надеюсь, что хоть раз в жизни, что я открываю вот такой вот кейс, и бам. Ну, дефолт. И не хватает денег на зло. В таком случае, давайте вот этот за 9000 откроем. Когда я в тильте, мне уже пофиг, что открывать. И я кручу все подряд, так сказать. Чинукадзе. Ну ладно, шедевр, хорошо, хорошо. 9000, ну а купили, ладно. Я не хочу дальше рисковать, 10000 и так остается. Вот зимние кейсы, они намного вайбовее и выдают неплохо. Вот то, что перчатки выдал. Возможно, сейчас нож даже выбьем чистую. Как это называется? С лезвием, крюком. Чистая вода, вот так называется. Ну, хорошо.
Да, кстати, ребятки, из вредных привычек, то, что я вам рассказывал, алкоголь, да, а вот, не употребляю алкоголь, но от сигареты все такое невозможно, мне кажется, избавиться. Это очень сложная тема. Вот, это все, что связано с табаком, это очень сложно бросить. Не знаю, для меня лично психологически невозможно вот взять и не курить. Максимум это было 3 дня. И я максимально плыл, плохо себя чувствовал, ощущение было, конечно, дерьмовое. Но неплохо, хорошо, хорошо. Отходим назад. Не знаю даже, что тут можно поделать. Ну, аквариум. 5 штучек просто тестовых. Раньше они, кстати, очень хорошо выдавали. Может, и сейчас, как в старые добрые времена, вернемся. Ну, гипнотически уже купили. Все, идеально. Еще можно открыть 5 штучек. Но это так. Не делайте, как я. Если выиграли, то выводите. Это стопудово. Если выиграли хороший скин, то выводить. Это единственный вариант. А сидеть вот по КД рисковать, это бред, конечно, полнейший. Причем вновь 15 тысяч появляется. И у нас вторая попытка, на самом деле. Вот, Зевс Олимпус. Ну, я не знаю уже, чего ожидать. Сколько раз я видел вот эти вот нищие скины. И хорошо, это сколько у нас? 1015? Понял. Просто понял. 90 тысяч нам выпадает. Хорошо. Сразу настроение поднялось. Все, все, молчу. Спустя, я не знаю, где-то 50-й попытки, мы выбили хотя бы один скин нормальный. А не так, что я минус, минус, минус. Это уже поднимает настроение. И можно даже ножевой кейсик открыть. Ну нет, ну, пожалуйста. Ну хочется увидеть разок, знаете, вот прям бум, взрыв. Но охотничье, африканское, северное, такое себе. Ладно. Рано радовался. Еще разок можно открыть. Ой, пожалуйста, ну хотя бы ножевой. Ну нет, нет, я не хочу. Это опять минусовой, ребятки. Это опять минусовой. Это опять минусовой спин был только что. Ну, я не знаю уже что. Ну. Ладно. 8 тысяч нам падает нож. Я в тильте. Я не знаю, что даже сказать. Ну, посмотрите, что это такое. Спасибо. Открывали столько спинов. Я реально думал, сейчас открою на живой, выпадет скин еще хотя бы, ну, 1040. Или хотя бы, ну, 1100. Но просто маты не описать слов. Ладно. Я предлагаю в таком случае просто спуститься ниже. Я уже в тильте, ребятки. Ну, когда я, типа, сливаю такой баланс, я уже не хочу, типа, что-то пытаться выбить. Я полностью безэмоционально вот так сделаю. Понятно, понятно, спасибо, 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 еще раз спасибо. Ладно, пиксель не выпадает, а значит спускаемся ниже и... Спасибо. Какой же это тильт. Ну ладно, ну просто ладно, в прошлых выпусках мы неплохо подняли. Это, конечно, круто, но... 90к сливать, я прям плакать аж хочу, это просто ужас. Ладно, всем спасибо, ребятки, за просмотр, всем пока.